Всем привет! Всем привет! Мы сегодня в хаски-парке. Сейчас глянемся у костра и потом идем смотреть хаски. Вот они какие хаски тут ждут нас. Сейчас к ним пойдем, будем с ними играть и их кормить. Раз, два, три. Хаски, привет! Чем занимаешься? Она уже взрослая. Да. Тебе нравится собачка? Да, наверное. Хорошая, Вита. Вита, хорошая. Сидеть. Вита, дай лапу. Хорошая собачка, Вита. И мы в парке. Вита молодец. Вита хорошая, хорошая. Как тебя зовут? Шоколадка. Шоколадка, привет. Кать, как тебе шоколадка? Какие у тебя красивые глаза. Какая ты малышка. Шоколадка, чего ты спишь ты? Пора вставай. Замерзнешь на снегу. Келли, привет! Привет! Привет, малышка! Ой, привет, такая хорошая девчонка! Привет, Келли! Как у тебя дела? Ой. Она самая добрая, Келли! Келли, привет! Келли! Келли! Келли. О, привет, привет, Келли! Келли хорошая, Келли хорошая! Келли девочка! Как ты, Келли? Келли хорошая! Ой, какая славная собачка! Кать, как тебе? Келли, дай лапу. Келли, дай лапу. Бабай! Не подрываюсь. Келли, Келли. Келли, Келли. Не надо. Кай, стань. Келли, фу. Так не надо, Келли. Я тебе нужен. Ой, это я не вкусный. Да, Оля, я не вкусный. Иди к нам. Иди сюда. Иди к маме. Иди сюда. Ты к маме села? Кого меня? Да, Оля. А как же он, Катя? Да, Оля, хорошая. Да, Оля, папа, молодец. Ты ей очень нравишься. Думаешь? Да. Все, эта собака полюбила папу. Как вам эта собачка, да, Оля? Она очень красивая. Нет. Но она, видимо, любит мальчиков. Как зовут его? Трой. Трой. Он мальчик. Трой, ну ты, конечно, лижешь. Я папа вообще не любитель это. Дай нам лапу. Трой, Трой дай лапу. Дай лапу. Мама, и мне дает, и Боря, привет. Привет. Ты маленькая девочка? Ой. Боря. Папа, они не знают, видимо, команды. Не знаю команды? Надо учить. Это Глория. Паш, ты... О, ты чё сюда, ты, Маш? Нельзя, Маш, Маш, нельзя. Ты что это, папа, что-то завалил? Привет, Маш, привет. Ой, привет. Юджин, привет, Юджин. Юджин, привет. Не Юджин, дай лапу. Юджин. Не давала лапу. Юджин, дай лапу. Лапу. Дай лапу. Все, мама. Дай лапу. А это наша мама. Всем привет! И никто лапу так и не дал. Да лапу вообще никто матери не дает. Ты мне дашь лапу? Африка. Дашь лапу? Дашь лапу? Дашь лапу? Дашь лапу? Какая собака? Какая собака? Дай лапу. Ай, ты моя красавица! Ты же моя умница! Надоело, знаю. Что я делаю? Только отстань. Ты же моя молодец. А еще раз дашь лапу? Нет, все, это разовая акция. Катя, мне лапу дали. Выходи, я же не хозяин, я не хозяин. Передо мной можно не выделываться. Девчонка, девчонка, такая пухленькая, такая мягенькая, да, малышка такая. Ой, привет. Кать, как тебе, понравилось? Да. Как тебе Африка? Ой, очень милая. Африка устала. Кать, подойди ко мне. Расскажи, как тебе впечатление. Сказки очень милые и лежучие. Да? Да. Очень люблю детей. Ух ты. Тебе не было страшно? Не было. Да, мы сейчас будем кататься еще на краске. Как тебе наша мама? Очень классно. Тебе понравилось? Катя собачка? Катается на собаках. Едут наши путешественники. Собачки что-то еле идут. Устали, наверное. Главное... Кать, ты рада? Привет! Какая эмоция! Хай, луначаки! Хай, хай!
Тебе понравилось, подожди? Да. Расскажи, какое впечатление твое. С ветерком, прям с каким снегом. Ну, снег тяжелый, наверное, да? Почему? Так хоть тяжеловато для собак. Ну, там в комке образовались. Комочки? Ну, пойдем. Все, мы поехали домой, все молодцы. Хаски нам понравились. Будем дальше путешествовать.